Вам когда-нибудь попадались такие животные, глядя на которых возникала мысль, будто они с другой планеты? Если нет, то мы поможем это исправить. В сегодняшнем видео мы вам расскажем о таких необычных животных, что вы, наверняка, задумаетесь, а реальны ли они на самом деле. Природа, видимо, не обделена фантазией и постаралась на славу, раз на свет появились вот такие причудливые зверюшки. Итак, это 5 животных, существование которых вы не поверите. Всем привет! 5 место. Голубоногая олуша. Обитатель теплых тропических морей. Ножки этой птицы вовсе не простые. Мало того, что они насыщенного ярко-синего цвета, а это, согласитесь, само по себе необычно, так еще и теплые очень. Причем настолько теплые, что позволяют птице согревать яйца, поддерживая в них температуру в целых 39 градусов. Синелапые олуши – исключительно морские птицы. Земля им нужна только для построения гнезд. Остальное время они проводят прямо в воде. В этом им очень помогает строение их тела. 4 место. Курносая обезьяна. Вид обезьян, обитающий исключительно в северной Бирме, обнаружена в 2010 году. Самый редкий вид живой обезьяны. Они очень красочные и привлекательные. Бирманская курносая обезьяна своему названию обязана строением носа, который имеет сплющенную, вздернутую вверх форму. Из-за особенностей строения носа чихает во время дождя. Место. Серый исполинский козадой. Длина ее тела около 35 сантиметров. В окраске оперения преобладают серые цвета с черными пятнами и полосками. Хвост длинный, ноги очень короткие. Серый козадой ведет одиночный уединенный ночной образ жизни. Его нелегко заметить в дневное время, когда он сидит неподвижно, напоминая сучок дерева, чему помогает их камуфляжная защитная окраска оперения. Ушастый осьминог. Осьминог Думбо является глубоководным жителем, обитающим на глубине от 100 до 5000 метров. Хотя некоторые виды были обнаружены на глубине 7000 метров. Это самая глубокая точка для глубоководных моллюсков. По сравнению с другими моллюсками, осьминог Думбо представляет собой удивительную разновидность семейства осьминогов, так как он предпочитает заглатывать пойманную добычу целиком. Первое место. Рак стиляга. Самый красивый в мире пресноводный рак. Самые яркие особи – это, конечно же, самцы. Взрослые самцы имеют длину от 3 до 4 дюймов. Это примерно 10 сантиметров. Самочка чуть поменьше, и окрас у них более сдержанный и не такой привлекательный. Яркий и красивейший панцирь рачка больше напоминает межгалактическое небо с тысячами мерцающих звезд или тропический закат на фоне ослепительно-синего неба. Всем спасибо за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк и не забудьте подписаться на канал.